Обращаюсь к редакции. Блокнот в оказании помощи в такой ситуации. Вот уже четверть суток наш дом по улице Южно-Моравской, 13, остается без холодной воды. А все дело в том, что трубопровод холодной воды, который идет по подвалу, так называемый в простонародье лежак, не держит сетевого давления и систематически прорывается. Управляющая компания Советского района проводит латание возникающих дыр трубопровода, но через 30-40 минут опять все повторяется сначала. И вот так на протяжении уже с 28 числа. Обращался по этому вопросу я в МЧС, чтобы оказали помощь, к Петрину, но пока движения никакого. Люди, около 1000 человек нашего дома, не могут справить свои естественные потребности. Но благо, что лес у нас рядом, ходят туда. А вот дети и пожилые люди не могут этого себе позволить, так как дом находится на капитальном ремонте и происходит замена лифтов. Еще раз убедительно просим редакцию журнала «Блокнот» оказать нам помощь в этом вопросе. Спасибо. Председатель Совета дома по Южно-Моравской улице, 13, Кочеров Александр Иванович.